Я нахожусь на выставке в Париже. Стенд Изабель Мара, испанская марка. Вот такие вот девушки на качелях. Сахарная вата. Привлекают посетителей необычностью. Все сделано стильно, интересно. Мы записали интервью с коммерческим директором. А потом еще сделаем видеоинтервью о продукции. Пока я показываю только стенд. Интересный запах ваты. Молодцы, каждый раз они что-то новенькое приносят на свои стенды. А вот продукция, о ней будет рассказ отдельно. Вот такая компания Изабель Мара, которую у нас в России представляет центр белья на Беговой. И Людмила, их агент, любимый агент. Вот сейчас я сделал такую съемку, коротенькую.